Зашли с подружкой в дорогущий ресторан в городе Москва. Мне принесли вот такую вот хрень какую-то. На картинке она была, кстати, другой немножко. Вот. И стоит вот эта хрень 2500 рублей. Че вылупился? Чаю принеси. А то не улыбнусь. Боря! Че ты орешь, Русик? А че ты орешь мне? Короче, Боря, новость такая, прикинь, доллар поднялся. Где поднялся? И в смысле, где по стране поднялся, подорожал бы. И что это, как на мусорку влияет? Не, не влияет. Ну нахера ты мне это говоришь? Не, Боря, просто я думаю, давай бабки прокрутим. Какие бабки ты хочешь прокрутить? Чтоб прокрутить, надо их иметь хотя бы чуть-чуть. Ну вот, Боря, смотри, мы твою одну почку продадим и все. И что ты хочешь, чтобы я без почки ходил, что ли? Ну так две же почки. Одна у меня почка. А вторая где? Продал. Русик, сколько у тебя почек? Две. Не, Боря, успокойся. Это я наш не шанс, сука, в люди вы... Welcome home, sir. You need to pay attention to control the time today. With every passing